express my inadequate esteem giving with my class of Sri Bhakti Radharani. В первую очередь я хотел бы выразить свою компетентность в том, чтобы давать лекцию о Шримати Радхарани. It's like an ant trying to understand what the moon is like. Это подобно тому, как муравей пытается понять, что такое луна. So I feel like that ant right now. Я чувствую себя как этот муравей прямо сейчас. I have no qualification to speak about Radharani. У меня нет никакой квалификации, чтобы рассказывать о Радхаране. But as a form of duty, someone somewhere throughout the world is giving such classes to invoke Radharani's special favor. Но как форма долга, кто-то где-то в мире выражает это как своего рода признательность Шримати Радхарани, чтобы призвать ее благосклонность. I'm asking Shrimati Radharani to give me some favor to submit a presentation on her appearance day. Поэтому я прошу милости у Шримати Радхарани, чтобы она позволила мне представить ее сегодня в этот особенный день. So Radhashtami is the happiest day of the year. Радхаштами является самым счастливейшим днем года. For Krishna. Для Кришны. Not only Krishna, but for all of us. Но не только для Кришны, но и для всех нас. By pleasing Radharani, today we can please Krishna. Доставив радость Шримати Радхарани, сегодня мы можем доставить удовольствие Кришне. Somehow or other, by our offerings, our prayers, and our kirtans, and our prabhajans, we hope to please Radharani on this special day. Так или иначе, благодаря нашим пению, киртанам, правачам, лекциям, мы можем попытаться удовлетворить Шримати Радхарани в этот знаменательный день. Also, when Krishna is in our presentations and our devotion to Radharani. И также Кришна рад то, что мы рассказываем, и так как мы с любовью и преданностью служим Шримати Радхарани. We also feel the greatest pleasure. Также испытывал огромную радость и удовольствие. And spiritual satisfaction. И духовное удовлетворение. So, it is a very special day. Так, это очень особенный день. And we look forward to this day. И мы с нетерпением ожидаем этого дня. And give whatever respect and devotion we can. И оказываем то почтение и преданность, которое у нас есть. Чтобы пробудить ее милость к нам. So there is one prayer which we chant Mangala Acharana. Есть одна молитва, которую мы произносим как Мангала Чарана. Shrimati Radharani is the eternal consort of the Supreme Personality of Godhead. Шримати Радхарани является вечной спутницей или супругой Верховной Личности Бога. And to express her glories, we have one specific song or chant that we invoke at mercy. И так, чтобы выразить ее славу, мы произносим одну особенную молитву для того, чтобы призывать ее милость. And you can repeat after me. Можете повторять за мной. Tattva Kanchana Gauranga. Radhe Vrindavaneshwari. Radhe Vrindavaneshwari. Vrishabhanu Suti Devi. Vrishabhanu Suti Devi. Pranamami Hari Priye. Pranamami Hari Priye. I offer my respects to Srimati Radharani. Я прилагаю свои поклоны Шримати Радхарани.
whose bodily complexion is like molten gold. Чье тело цвета напоминает расплавленное золото. And who is the queen of Vrindavan? Которая является царицей Вриндавана. You are the daughter of King Vrishabhanu. Ты дочь царя Вришабхану. You are very dear to Lord Krishna. И ты очень дорога Господу Кришне. So this verse is very beautiful because it explains in full Shrimati Radharani. Этот стих очень прекрасен, так как он полностью описывает Шримати Радхарани. Her transcendental form. Эту трансцендентную форму. Горангей. 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 Molten gold. Расплавленное золото. Our eternal occupation. Наше вечное занятие, деятельность. She is the queen of Vrindavan. Ее вечная деятельность. Она царица Вриндавана. Vrindavan Ishwari. Vrindavan Ishwari. Her family lineage. Ее семейная линия или преемственность. The daughter of King Vrishabhanu. Она дочь царя Вришабхану. And her eternal identity in relationship to the Supreme Lord. Ее вечная сущность в отношении Верховного Господа. Her name is Hari Priya. Ее зовут Хари Прия. Very dear to the Lord. Она очень дорога Господу. So one day, Vrishabhanu Maharaj, they were actually, him and his wife were living just quite close to Varshana in a little house. And one day, King Vrishabhanu went to take bath in the Yamuna. Однажды царь Вришабхану, они и он со своей женой жили недалеко от Варшаны. И вот в один день царь Вришабхану отправился принять омовение на Ямуну. Suddenly he was astonished to see a little beautiful golden girl within a lotus. Неожиданно он был поражен, увидев маленькую прекрасную золотую девочку, которая находилась на цветке лотоса. He was noticing how beautiful she was. Он заметил, какая прекрасная она была. So it was not just the fact that she was lying on a lotus, but the fact that she was so beautiful. И просто сам факт, то, что она лежала, находилась на лотосе, а то, что она была настолько прекрасна. And then suddenly Lord Brahma appeared. Неожиданно там появился Господь Брахма. He picked the child up. И он поднял ребенка. And he offered it to King Vrishabhanu. И предложил ее царю Вришабхану. And he said, take this child and look after her. Он сказал, возьми этого ребенка и приглядывай или заботься о ней. So he took it back to his house. И так царь Вришабхану принес ее к себе домой. And presented the girl to his wife. И передал и представил девочку своей жене. They were both overjoyed. Они были обои преисполнены огромной радости. They had never seen such a beautiful girl. Потому что они никогда не видели такую прекрасную девочку. And there was also a mixture of joy and sadness. Но это была одновременно смесь и радости, и печали. The sadness because the little girl would not open her eyes. Печали, потому что эта маленькая девочка не открывала свои глаза. Was she blind? Была ли она слепа? They were also sorry because she didn't make any sound. И также их печалило то, что она не издала ни одного звука. Was she dumb? Была ли она нема? And they're also sorry because she didn't respond to any sound. И также их очень печалило то, что она не реагировала ни на какие звуки. Was she deaf? Была ли она глуха? So there was this mixture of happiness and sorrow. Поэтому это была такая смесь счастья и печали.
At that time, Narada Muni, he acknowledged the fact that Krishna had appeared in this world in Vrindavan. В этот момент Нарада Муни он понял, что Кришна явился в этом мире во Вриндаване. And he understood that since Krishna has appeared, then his eternal counselor must be appear somewhere too. И он осознал то, что так как Кришна явился, то скорее всего его вечная супруга, спутница, также где-то явилась. So he went searching for her. И он отправился на поиски. And by his mystic power and influence, he suddenly arrived at Vishwabhanu's home. И благодаря своему мистическому могуществу и знанию он прибыл к дому, к дворцу царя Вишвабану. And when Vishwabhanu saw Narada Muni, he became very, very happy because he was thinking, well, Narada Muni is such a powerful saint. Perhaps he can help our daughter to see. И царь Вишвабану очень возрадовался, увидел мудреца, так как он знал, что это очень могущественный мудрец. И он подумал, что, скорее всего, он может помочь, чтобы наша дочь прозрела. So he brought Narada Muni into the room where Narada was lying. И он привел Нараду Муни в ту комнату, где лежала Шримати Радхарани. And Narada Muni paid his respects. И Нараду Муни предложил свое почтение. In fact, he actually asked Radharani's parents, "Can I please have some moments alone with your child?" На самом деле, он даже попросил родителей, можно я останусь на несколько минут наедине с вашим ребенком? So they left the room, Radha Muni. He took full advantage of taking darshan, because he knew full well who this little girl was. Итак, они оставили комнату, и Нарада Муни воспользовался в полной степени тем возможностью, чтобы оказать свое почтение, так как он знал хорошо, то кем является эта девочка. Он обошел ее, предложил свои поклоны, предложил молитвы и песни. И тогда он вознес молитвы Шримати Радхарани, прося об особой милости. He said, "My dear Shrimati Radharani, would you please reveal your eternal form?" Он сказал, моя необыкновенная Шримати Радхарани, пожалуйста, прояви свою вечную форму для меня. The form of the milkmaid. Форму молочницы или пастушки. In Голока Вриндаван. Да, Голоке Вриндаване. Радхарани, she fulfilled his wish. И Шримати Радхарани исполнила его желание. And she appeared as a 14-year-old girl. И предстала перед ним как 14-летняя девушка. A milkmaid. Пастушка или молочница. And when Narada Muni saw that form, когда Нарада Муни увидел эту форму, he immediately fainted. Этот образ, то он немедленно, он сразу же потерял сознание. When he recovered, когда он снова пришел в себя, he again offered prayers, снова предложил молитвы, paid his obeisances, предложил поклоны. And then at one point, Shrimati Radharani, she then returned into the form of a little child. И через какое-то время Шримати Радхарани снова превратилась с маленького ребенка. And Narada Muni started chanting, "Radhe, Radhe, Radhe." Narada Muni стал повторять Радхе, Радхе, Радхе. 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 And he was just so much in ecstasy. И он испытывал такой восторг. His whole clothes were just soaking wet.
The tears that were flying from his eyes. Вся его одежда промокла насквозь от слез, которые ручьями текли из его глаз. Kirtidad Vishabhanu then suddenly walked into the room. Неожиданно Киртида и Вишабхану вошли в комнату. I asked Narada Muni if he was all right. И спросили, все ли в порядке с Нарадой Муни. He wanted to tell who she was. Он хотел сказать им, кто она такая. But he knew that Radharani didn't want that. Но узнал, что Радхарани, Шимати Радхарани не хотела бы этого. So he intensified his ability to reveal the identity of Radharani. Поэтому он подавил свое желание рассказать, кто кем является Радхарани. And he just then said, "Your child is the most wonderful child." Он просто сказал, что ваша девочка это очень замечательный ребенок. Be blessed. Да будьте вы благословены. And then he walked away from the house. И ушел из дома. Also at that time, just after Narada Muni's visit, Nandan Maharaj and Yasoda paid a visit to Vishabhanu and Kirtida. Через некоторое время после прихода Нанды Муни, Вишабхана и Киртида они пришли в дом Нанды Махараджа. They were friends, long-term friends. Они были давними друзьями. And they wanted to see each other's child. И они хотели увидеть детей друг друга. So they brought Gopal. They brought Gopal with them. Поэтому они собрались вместе, и Нанда Махарадж и его супруга принесли с собой Гопала. And while they were discussing the beauty of both of the children, и в то время как они любовались красотой обоих детей, and all the different qualities they had, и любовались на то, какие качества у них есть, Krishna Gopal, he jumped up onto the seat where Radharani was sitting. И Гопал, Кришна, он подошел, запрыгнул даже на то место, где лежала Шримати Радхарани. And he came closer and closer and closer to her face. И все ближе и ближе приближался к ее личику. And when he was just so close, almost touching each other. И когда он был настолько близок, что он практически прикасался к ней, Radharani then opened her eyes. Тогда Шримати Радхарани открыла свои глаза. She didn't want to see anything but Krishna. Она не хотела видеть никого другого, ничто другое, кроме Кришны. She didn't want to hear anything other than Krishna. Она хотела слышать ничего, кроме Кришны. And she didn't want to speak anything other than Krishna. И она не хотела говорить ни о чем, кроме Кришны. One of the symbols of Mahatma Gandhi was what was it? Speak no evil, see no evil, and hear no evil. Одним из девизов Ганди, Махатмы Ганди, была такая фраза: не смотри на зло, не говори злые и злые вещи, не слушай злые разговоры. And of course, this is something which we are trying to obtain within our own spiritual practices. Это то, чего мы хотим достичь в своей собственной духовной практике. To speak only Krishna Katha. Чтобы мы могли говорить, произносить только Кришна Катху. To see only Krishna picture or form. Смотреть только на изображение и на облик Кришны. And only hear Krishna Katha. И слышать только Кришна Катху. So this was the mode of Radharani. She didn't see anything of this world of any importance without Krishna. Таково было умозрение Шримати Радхарани. Она не считала ничего в этом мире важным, кроме Кришны. She waited until Krishna was present before her, before she opened her eyes, ears, and mouth.
И она ждала того момента, когда Кришна предстанет перед ней для того, чтобы открыть свои глаза, уши и услышать его. И начать говорить. So Radharani appeared in this world 2 weeks after Krishna's appearance. Итак, Радхарани явилась в этом мире через 2 недели после явления Кришны. Radharani is Krishna's Ladini Shakti. Радхарани является Ладини Шакти Кришны. She is the source of all other Shaktis. Она является источником всех других Шакти. She is the source seed of all the goddesses of fortune. Она также является источником семенем всех богинь удачи, процветания. She is the source of Sita Devi. Она также источник Сита Деви. She is the source of Parvati and Durga. Из нее исходит Парвати и Дурга. So all these personalities are the same. Все эти личности это одна и та же личность. Manifestations of Shrimati Radharani. Проявление Шримати Радхарани. Radharani herself, she has the full opulence when she manifests her lila in Vrindavan with Krishna. She manifests 100% of her opulence. Сама Шримати Радхарани проявляет в полной степени все свои достоинства, когда она находится во Вриндаване вместе с Кришной. It is said that Krishna is the supreme Shaktiman, or the possessor of all Shaktis. Говорится, что Кришна является верховным Шактиманом, или тем, кто обладает всеми энергиями, всеми Шакти. And Shrimati Radharani is the origin of all Shaktis. А Шримати Радхарани – это источник всей Шакти, всей энергии. Only through Radharani can you have Krishna. Только благодаря Шримати Радхарани вы можете обрести Кришну. Krishna tavi punya abhimai. Krishna tavi punya abhimai. Hey punya koribi kavi Radharani kushi habi. Bhuva api boli tomatai. Krishna tapa punya abhimanai. Krishna tapa punya abhimanai. I emphatically say to you, O brothers. Я с чувством говорю тебе, о братья. You will obtain your good fortune from the Supreme Lord Krishna. Вы обретете вашу великую удачу от Верховной Личности Кришны, Господа Кришны. Only when Shrimati Radharani becomes pleased with you. Только тогда, когда Шримати Радхарани будет довольна вами. So Krishna, Shrimati Radharani is the complete embodiment of Krishna's love. Итак, Шримати Радхарани является полным воплощением любви Кришны. By worshipping her and obtaining her mercy. То есть поклоняясь ей и обретя ее милость. We will attain this perfection of life. Мы сможем обрести совершенство жизни. We can only experience Krishna and all his qualities by the mercy of Shrimati Radharani. Мы можем ощутить Кришну и все его качества только по милости Шримати Радхарани. If we worship Shrimati Radharani, если мы будем поклоняться Шримати Радхарани, we will get the mercy of Krishna. То мы обретем милость Кришны. Krishna is like a flower. Кришна подобен цветку. And if you want the honey that is inside of him, если вы хотите почувствовать ту сладость или мед, который находится в Кришне, the highest bhakti ras, высочайшую бхакти расу, you have to take shelter of the bee Shrimati Radharani. То вы должны принять прибежище у пчелы Шримати Радхарани. Krishna can manifest the highest bhakti rasa in the presence of Radhika. Krishna может проявить высочайшую бхакти расу в присутствии Шримати Радхики. So sometimes we get a little confused with this. Иногда мы немного сбиты с толку по этому поводу.
We are in the International Society for Krishna Consciousness. Мы находимся в международном обществе сознания Кришны. So it's Krishna this and Krishna that. Krishna, 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 Krishna. Поэтому размышляем, Кришна это то, или Кришна это, и Кришна, 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 Кришна. But here it's suggesting that we must also develop a relationship with Srimati Radharani. Но нам также рекомендуется, чтобы мы развивали свои отношения и с Шримати Радхарани. And we may question whether that's possible. И можно задать вопрос, возможно ли это вообще? If I give my heart to Krishna, I only have one heart. How can I give anything to Radharani? Если я отдам сердце Кришне, а у меня только одно сердце, как же я могу отдать что-то Шримати Радхарани? And Prabodhananda Sarasvati informs us how this can go together. И Прабхупада Сарасвати говорит нам о том, как это можно совместить. And he says, он говорит, in my heart I will contemplate my highest aspiration. В моем сердце я буду медитировать на то, чтобы моим высочайшим стремлением было to one day become a maid servant of Srimati Radharani's lotus feet. Чтобы в один день стать слугой лотосных стоп Шримати Радхарани. Then I will always meditate upon Krishna. Тогда я всегда буду медитировать на Кришну. Who wears a peacock feather in his crown. Который носит павлинье перо в своей короне. I chant Krishna's holy name. Я повторяю святые имена Кришны. I am always serving his lotus feet. Я всегда служу его лотосным стопам. And I chant the best of all mantras, the Gopala mantra. Я повторяю лучшую из всех мантр Гопала мантру. But I am longing for that relationship, amazing festival of attachment to Radharani. Но я жажду этих отношений. Фестиваль привязанности к Радхарани. So it's a little bit like we've heard the saying, by the mercy of Krishna we get Guru, and by the mercy of Guru we get Krishna. Интересно, что мы знаем эту фразу, что по милости Кришны мы обретаем Гуру, а по милости Гуру мы обретаем Кришну. So in the same way it is suggested here that by the mercy of Krishna we get Radharani, and by the mercy of Здесь также интересно предполагается, что по милости Кришне мы обретаем Радхарани, а по милости Радхарани мы обретаем Кришну. So then we may ask, well, how do I develop a relationship with Radharani? Когда можно спросить, а как же нам развить отношения со Шримати Радхарани? How come in our society we don't chant Radhe? Как же так? Ведь в нашем обществе мы не повторяем вот такие святые имена Радхи, Радхи, Радхи. And this question was asked to Srila Prabhupada. In Vrindavan everyone is chanting Radhe, Radhe, Radhe. We are not chanting Radhe, Radhe. Why is that? Как-то этот вопрос задали Шриле Прабхупаде. Во Вриндаване все повторяют Радхи, 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 а мы не повторяем такие имена. And Prabhupada explained that on Radhashtami, you can chant Radharani's name as much as you like. Шрила Прабхупада объяснил, что на Радхашти вы можете повторять имена Радхарани столько, сколько захотите. But on a day-to-day basis, we have the Hare Krishna mantra, which is including Radharani. Но на каждый день у нас есть Hare Krishna мантра, которая включает в себя имя Радхарани. Because, as it suggested, we're praying when we chant our japa or having kirtan. We're praying, my dear Lord, please engage me in your service. Потому что когда мы повторяем святые имена, когда мы поем киртан, мы молимся о том, что мой дорогой Господь, пожалуйста, займи меня в служении Тебе. We're also praying to Radharani, Hari, please engage me in the Lord's devotional service. Your lotus. И мы также молимся Шримати Радхарани, пожалуйста, займи меня в служении лотосным стопам Кришны и твоим лотосным стопам. So then it's complete. We don't have to chant Radhe, 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 Radhe. Prabhupada, he
cautioned us about chanting Radharani's name. Тогда это будет полная молитва, потому что мы полностью возносим свои молитвы Кришне и Шамати Радхарани, и нам не надо повторять Радхи, Радхи, Радхи. И Прабхупада предупреждал нас о том, чтобы мы не злоупотребляли повторением имен Радхи. He mentioned that in Vrindavan that everyone is a Parabhakta, even though they're chanting Radhe, 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 sometimes their Radhe, Radhe, Radhe may not be as devotional as it may seem. Он сказал, что во Вриндаване не все являются парабхактами, то есть высочайшими бхактами. И те, кто даже повторяет Радхи, 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 они не всегда являются настолько чистыми преданными, как они кажутся. Но имя Радхарани есть в Харе Кришна мантре, и этого достаточно. Но на Радхаштами вы все можете досхочу, то есть досыта повторять имена Радхарани. So let's do it. Давайте же сделаем это. Раде, 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 Кришна является пчелой или шмелем, а Шиматихрани подобна лотосу.
For Krishna's devotees, they also they take up the same qualities as Krishna. И преданные Кришне также обретают качества подобные Кришне. They're always looking for the nectar. Они всегда ищут этого нектара. Where is the nectar? И где же этот нектар? The holy name. Святое имя. Association of devotees. Общение с преданными. Shrimad Bhagavatam. Лекция по Шримад Бхагаватам. The holy Dham. Святая Дхамма. The deity. Божества. We're like bees buzzing around you. Мы подобны пчелам, которые жужжат вокруг. Drinking the nectar. И пьют этот нектар. So what I would like you all to do now. Что я хотел бы, чтобы вы сейчас все сделали? Just for a few moments. И не из таких мгновений. Take advantage of being a lotus flower and a bee. Воспользуйтесь возможностью стать цветком лотоса и шмелем или пчелой. You divide up into twos. Разделитесь на по парам. And one of you will be the bee. Один из вас будет пчелой. Come up and go. Можно встать и так вот жужжать вокруг. And say, my dear lotus flower. Говорит мой дорогой цветок лотоса. Please give me some nectar. Пожалуйста, дай мне немного нектара. And the lotus flower will speak something about Radharani. Oh, Krishna. И лотос, цветок лотоса, он как бы скажет, в общем, это правильно он скажет, о Кришна. And then when you finish. И когда вы закончите. The bee becomes the lotus flower. The lotus flower becomes the bee. То есть тогда роль поменяется, цветок лотоса станет пчелой, а пчела станет цветком лотоса. И сделайте то же самое. Так разделитесь по парам. Don't be afraid. So please do it again. So what's your last? Give me some nectar. То есть пчела просит, дай мне немного нектара. I've just finished with this quote from Raghunath Das Goswami. Я закончил цитатой от Раghunath Das Goswami. How foolish are those people who think they can enter into the secret of the nectarian ras of Shama. Как глупы те люди, которые думают, что они могут проникнуть в нектарные секреты расы, шьямы. Without ever having worshipped the dust that sprinkles from Radharani's lotus feet. Никогда не поклоняясь пыли, которая распрыскивается с лотосных стоп Шримати Радхарани. Just like you can't see the moon without its rays. Как они не могут увидеть Луну без ее лучей. You can't experience Krishna in his fullness without Vrindavan. Также вы не можете ощутить Кришну в своей полноте без Радхи. Raja Krishna can only be experienced if you enter the camp of Radha. Кришна Раджа, его можно обрести или ощутить, когда вы зайдете в лагерь Радхи. And become a servant. И станете слугой. Krishna only manifests his full Krishness in the association of Srimati Radhika. Кришна обретает свои качества как Кришна только в обществе Шримати Радхики. So let us take this advantage of this day. Давайте в полной мере воспользуемся преимуществом этого дня. My dear Shrimati Radharani. И прочитаем такую молитву. Моя дорогая Шримати Радхарани. I don't know you so well. Я не так хорошо тебя знаю. You're hidden from my heart. Ты скрыта от моего сердца. But I want to develop a relationship with you. Но я хочу развить отношения с тобой.
Please enter into the core of my heart. Пожалуйста, войди в саму глубину моего сердца. Пожалуйста, войди в саму глубину моего сердца. Then I will have both Radha and Krishna. Когда я смогу обрести Радху и Кришну. Когда я смогу обрести Радху и Кришну. And my life will be complete. И тогда моя жизнь станет полной и успешной. Shrimati Radharani ki. Jai. Prabhupada ki. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai.